Это же мы сделали. Это у нас была муравьиная дорожка. Да? Это мы проигрывали разные ритмы по нашей команде. А, помнишь, я тебе говорил про дубликаты? Вот можно было копировать. Два, вариант два делаем. А у нас тот-то сохранился? Давай зайдем. Проверь. На панду нажми. Мои проекты. Светодиоды. Это картинка. А мигание. Нажми. Окей. Сохранить. Загружает. Так, подключаем наш Arduino. А, это было первое задание. Включи тогда тот светодиоды. Ты потом просто поменяла его. Картинка. Светодиоды, да. Вот эти. Окей. Картинка миленькая. А, он пустой. Мы тут не сохранили, что ли, с тобой? Поторопились? Mm-hmm. Давай здесь блоками. Потому что тот вариант мы с тобой сделали, мы теперь тот же будем, только блоками. Читай. Мы теперь... У меня есть тот же самый блок, будем только тот вариант. Блок, мегамит, заливаем собранный аэропорт, включение времени, студент светодиода. Кстати, новый блок, где категории данные блоки. Где у нас категория данные блоки? Наверное, мои блоки. Мои блоки. Создать блок. Надо создать блок. Светодиод? Звон? Да. Ой. Ба. Светодиод. Окей. Добавить два поля кода числа. Код и время. Сохранить. А, вон оно. Два рядом будем создавать. Подожди, наш блок-то где? А, он называется как-то, что ли? Подожди. Персонажи. Нет, вот у нас устройство подключения. Он уже подключился. Вот. Мало число. Число. Порт. И время. Рядышком, да? А почему подключение-то не проходит? А, показать. Помнился два подключения. Вот. Или моргает. Все проморгалось. Дальше что там?
опции, да, у него? Редактор. А, вот опция, это, видимо, старая версия программы, вот они, опция 4, да, вот они, булевый. Ну, вот числа. У нас два числа, получается, спорт и время. Значит, все хорошо. Давай, читай дальше, что будем делать. Определим, что будет делать один блок. Соберите, когда я вводим блок, на скрипт, включайте светодиод. На некоторое время зачем включающий его? На аэропорт и блин стены задайте параметры блока, светодиод, что-то там, что-то там. Я думаю, перетащите в нужное поле. Рисунок 2.24. А, так вот, нам нужно сделать то же самое, только для блока. На 3 получается. Нужно установить, это отделить. Ладно, берем, смотри, оп. И теперь время. Там. Тут порт. Здесь надо порт тоже написать, да? А почему? А где у нас были порты? В контактах? Угу. А почему 9? Нам нужно. Нам нужно здесь что-то. Мне кажется, нужно цель. О, это думает. Интересно, а как? А это думает, это думает. Ну да, давай. Ух ты, как ты умеешь, ничего себе. Точно. А, и все это соединяем. А как ты так догадалась? Не знаю. Просто голову пришло. Интересно. Только здесь начало высокий, потом низкий, да? Угу. Это мы сделали блок. Угу. Молодец, третье ты выполнил. Четвертое. Создаем саму программу «Бегущие огни», но уже на основе нового блока. Используем команду «Дубликат». А, вот этот блок. Вот он, да? То есть вот это у нас, когда щелкнут? По флажку. Сюда тоже берем. При нажатии. Установить. Низкий. А, так просто берем всегда. Не то всегда. О. А, он так не хочет. Он хочет, чтобы мы блок взяли. А где мои блоки? Вот так, да? 13. А тут 0.1, да? Да. А дальше 0.1. Точка? Да, точка. О. Вот так, да? Сейчас переназовешь. Угу. Сама. Ой. Ну, за принажать. Нам да. Уже не нужны. Это тоже. Уехала. Это тоже, наверное, не нужно. Да. Что у нас теперь все будет? Подожди. А? Подожди. Подожди. Ну, у нас один делает. Давай здесь сделай 12. Здесь 11. Здесь 10. Сейчас мы еще 9 сделаем и 8. Здесь 9. А здесь 8. Нажми там. Ну посмотри. Да как он не курит? О, он уже моргает. Круто. Не, вот он.
Что-то у нас пропустил он 11-й. Жить 13, 12, 11, 10, 9, 8. Как будто пропускает. Он не горит, что ли? Смотри, он пропустил его. Да. А где? Где наш 11-й диод? Не работает, что ли? Ну, может, этот пин. Что-то, наверное, с пином случилось. Остановлю. Все, ничего не моргает? Да, ничего не моргает. Бегущие огни, получается, программа. Назовем бегущие огни. С красивой картинкой. Гни. Гни забыл. Сохранение. Вся картинка красивая. Угу. О, предлагают собрать светомузыкальную установку. Дополнительные скрипки добавить. Первый будет зажигать и гасить светодиоды, проигрывая определенный ритм, и запускаться при нажатии клавиши Z. А тем играть на компе играть, я тут тоже запомнила. Когда клавиша Z нажата, сделаешь как здесь? Я там, конечно, нажата. Даже это блоком